Craig, come on. Ребят, в одном из прошлых выпусков мы сами уже были в этом месте. Это церковь в центре Сан-Франциско, которая как раз вот управляет Павел Черкашин. И сегодня здесь не просто мероприятие, здесь сегодня Хэллоуин. В Америке это всегда очень интересно. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, то делайте это прямо сейчас. Обязательно пишите нам комментарии. Кто-то из вас в конце видео выиграет книгу, которую я написал, которая называется «Сам себе босс». Поэтому прямо сейчас обязательно задавайте вопросы тем спикерам, которых прямо сейчас увидите. И у этих людей мы будем спрашивать, зачем они живут в Сан-Франциско, почему именно здесь, зачем они мирятся с тем количеством денег, которые приходится тратить, чтобы здесь жить, да, с тем темпом жизни, который им приходится вот, ну, держать для того, чтобы быть здесь. Зачем они здесь? Это, вот, мне кажется, основной вопрос, который мне даст понять, кто здесь собрался вообще и почему в Сан-Франциско вот можно сделать такой феномен. Поэтому не переключайтесь. Сегодня мне поможет как раз вот Женя, да, который вы уже виделись в предыдущих наших выпусках. И если вы еще не подписаны на наш канал, то делайте это прямо сейчас, ставьте нам лайки и пишите комментарии. Начинаем с того, что Сан-Франциско я бываю раз в месяц. Я живу там в долине, в Менло-парке. Зачем все? Зачем это место? Зачем переплачивать, короче, такие деньги, чтобы здесь жить? Ну вот, как мне сказал мой венчур-капиталист, вся магия случается на Ушине. Это единственный повод для того, чтобы жить в долине. Да? Да, да. Чтобы ужинать? Ну, по большому счету, да. Расскажи мне, что это такое, что за костюмчик? Слушай, у меня еще есть маска, короче, смотри. Ну все, понятно. Все, ну так и ходи теперь. Так что я сейчас снимаю, приду танцевать с тобой. Зачем ты живешь в Сан-Франциско? Зачем ты живешь в Кремниевой долине? Кроме погоды. Да, кроме погоды, да. От чего все расстраиваются. И кроме того, что я замужем за чудесным мужем. Короче, ты здесь не выбрала, ты так вот туда, куда муж, туда и я. Нет, нет. Или наоборот, ты сначала выбрала. Представь себе, что ты мог бы купить 5-7 лет назад несколько часов
этого времени и было шекеля. Сколько бы это время стоило бы сейчас? Время еще раз чего? Время Ивана Шпигеля, создателя Snapchat. Представьте себе, сколько бы это стоило сейчас. Ну да. Мы представляем платформу, которая продает, позволяет капитализировать людей, выпускать их собственных human equity, которые обеспечены будущим профессиональным временем. То есть люди инвестируют в людей, в которых они верят деньгами, и люди, в которых проинвестировали в payback своими знаниями, Вместо стартапа, людей, да? Да. Нормальная тема вообще. Почти торговля людьми, как вообще в Америке на это смотрят. Которые живут здесь. Сколько вы здесь живете уже? С 91-го года. Мы переехали из Москвы. Переехали, потому что хотели как бы себе и нашим детям сделать лучшую жизнь. Хочется выбрать для жизни другой город? Нет, Сан-Франциско. Здесь... Нет. Нет, здесь какие, хорошо. Можете сказать три главных плюса Сан-Франциско и три главных минуса? Ну, давайте начнем с минусов. Минусы – это хомбусы, это демократы. И что еще? Да больше вроде нет. Ну, тебе не нравится погода, а мне нравится. Давайте нет, Сан-Франциско. Нет, мне в Калифорнии очень нравится погода. Нет, в Сан-Франциско. Сан-Франциско просто... А позитивно, ну, как бы, мы говорим про Америку или про Сан-Франциско? Про Сан-Франциско. Мне очень нравится погода, потому что прохладно, не нужны кондиционеры. Вот. Второе, это, конечно, очень красивый город и очень красивый. Я люблю гулять по Сан-Франциско, и мы во многих местах бываем. И каждый раз открываем для себя что-то новое. Да, природа потрясающая. Ну, что еще? Здесь полно возможностей для интересной, полноценной жизни. Вы можете найти интересную работу. Компания, люди, с которыми мы общаемся, они, как правило, тоже выходцы из бывшего Советского Союза. И здесь как бы нет никаких проблем между украинцами, русскими, там, казахами. Это как бы не важно. Как бы на Советском Союзе вспоминается, что это была постоянная проблема. В каком случае надо приезжать в этот город? И в каком случае точно не надо приезжать в этот город? Я бы сказал, надо приезжать, если хорошо много работать и хорошо зарабатывать. Потому что город, жизнь дорогая. Но у нас, в общем, возможности очень большие. У нас иммиграционный офис, и мы, в общем-то, как раз помогаем людям приезжать в Америку, в том числе в Сан-Франциско. А какие праздники, кроме Хэллоуина, вы посещаете здесь? Все. Все? Все, конечно. Какой самый любимый? Самый любимый? Thanksgiving. А Хэллоуин на каком месте? Хэллоуин, он такой веселый праздник, можно так одеть прикольно как-то так. Да? Да, все остальные так уже не оденешься. Мы прямо сейчас находимся в подвале церкви, и я предлагаю вам немножко прогуляться, посмотреть, как там на втором этаже и на улице. Здесь на самом деле каждый пятачок этого места задействован под это вот такое грандиозное событие Хэллоуин. Пойдемте посмотрим. Скажи, зачем ты живешь в Сан-Франциско? Мы вот влог тоже снимаем как раз здесь. Почему именно Сан-Франциско? Почему не Рим? Почему не Рим? Или там не Москва? Это город студентов вечно. Да? Да. По сравнению с какая задача тебя сюда привела? Как ты сюда вообще попал? Джорджи переехали. Кто переехал? Джорджи, Атланта, Джорджи. Санаторий профилакторий усиленного питания. East Coast. Понял. А потом сюда, потому что здесь увидели людей, которые... А какую задачу здесь решаете? Задачу? Да более интересная жизнь все просто. Да? Да, просто интересно. Ничего такого, чтобы... Здесь в долине занимаются все, либо там работают где-то в корпорациях, либо занимаются какими-то стартапами, либо венчурами. У нас другой бизнес, у нас онлайн образовательный бизнес.
А, ну тоже в IT, онлайн-образование, да? Что за проект? Это не IT, это фотошкола. А, фотошкола? Одна из самых больших фотошкол в мире по предмету. По предмету, да. А как называется? 2 миллиона этих, на Google Plus было. Ну, Google Plus ушел. Да, Google Plus закрылся. Да. Ты расстроился, когда так произошло? Ну да, 2 миллиона долларов. Ну окей, понял, спасибо, рад был видеть. Да, спасибо. Телефон, короче. Я смотрю, ты вообще к успеху пришел, короче, Денис, да? Я ничего не слышу. Скажи. Я говорю, зачем ты пришел, приехал в Сан-Франциско? Зачем ты здесь вообще? Зачем ты здесь живешь? В Сан-Франциско? Был сильный ветер. Я поднялся на воздушном шаре, и он меня занес сюда. Вот. Но на самом деле почти было так, только ветер замени мечтой. Моя мечта привела меня сюда, айтишная мечта. И мы оказались здесь. Why you live in San Francisco? I live in Oakland. Okay, why you live here in this place? Because it's awesome. Because it's awesome. You work in IT? Sometimes. Sometimes? Yeah. Okay. Зачем ты в Сан-Франциско живешь? Зачем ты сюда приехала? Я приехала за мечтой. Да? За самосовершенствованием, за развитием. Какая у тебя мечта? Ладно, давай про это самосовершенствование, там это все оставим для детей, короче. Будешь рассказывать. Какая у тебя мечта? Мечта добиться чего-то большего и помогать людям. Это что большего? Что? Добиться... Ну, здесь есть много возможностей, вот они постоянно, везде. Например, расскажи подробнее. Где работаешь? VR, Google. Я работаю с VR-продуктами, да. Огонь, понял. И как вот тебя вообще, вот как вот тебя вот Google, вот так вот, ты откуда сама родом вообще? С Ташкента. С Ташкента. И как вот девочка такая с Ташкента, такая не думает, они работают ли не в Google, короче, да, VR, я сижу, Сан-Франциско? Сижу, пора бы работать с Android-инженером. Да, да, да. И решилась, да, это для меня было... очень таким шагом необычным. Просто решилась и попробовала. И все получилось. А теперь у меня другие планы. Я хочу уйти из инженеринга, из IT и заниматься больше... помогать людям. А, это как? Я думал сначала надо помочь себе, чтобы людям помочь потом. Или нет? Нет. Это как, знаешь, когда в самолете сидишь, короче, сначала маску на себя одеваешь, потом на ребенка. Ну, почти, да. Но здесь просто больше возможностей, больше идей. И все это к тебе вот так вот, знаешь, прилетает, и ты хочешь это использовать. Я на работе. Ты сегодня волонтеришь, да, я так понимаю? Я волонтерю. Сегодня она, короче, всем билетики выписывает, Саша. Я людям помогаю. Да. What is your name? Casey. Simple. Casey, why you live in San Francisco? This is most... expensive place in the world. Because you only live once. So if you can afford, get a chance to live in San Francisco, you can maximize your life journey. What are you doing here? I bring together entrepreneurs and investors. Entrepreneurs come to our events from around the world, every week in Bay Area, every month in LA, and every quarter in London. Where are you from originally? Originally from India, in Calcutta. Cool, thank you. Welcome. Thank you. Sure. Наташа уже знакома, на самом деле сегодня это вот она вот все спродюсировала и сделала. Наташа, зачем тебе это надо, столько геморроя? Я просто знаю вас, но... Мне очень нравится, во-первых. Во-вторых, я продвигаю свой Вилсон Бар, чтобы они не пили алкоголь. Ну ты вообще крэйзи мама, короче, тусовщица такая. Да.
спасибо тебе за то, что ты делаешь. А расскажи, что за люди здесь собрались сегодня? Здесь ты нас с кем сегодня познакомил, Катерина? Короче, мы сегодня задаем вопрос, зачем ты живешь в Сан-Франциско? Зачем? Да. Всех, короче. Да. Пойдем. Да, пойдем. Прилет в Сан-Франциско для меня всегда импровизация. Ну, во-первых, встретиться с людьми, кого я знаю, может быть, что-нибудь интересное услышать, посмотреть, потому что, мне кажется, общение и путешествия, они имеют накопительный эффект. И, в принципе, я иногда сам не знаю, зачем я куда-то прилетел. То есть сейчас я был в Нью-Йорке, подумал, что не следа для меня в Сан-Франциско встретиться с Русланом и с комьюнити. Да, с комьюнити, и, может быть, общаясь и рассказывая о своих темах, которыми я занимаюсь, послушать то, чем занимаются здесь местные ребята. И вот за счет накопления той или иной информации появляются какие-то новые интересные идеи и для моих проектов, и, может быть, рождаются даже новые. Спасибо тебе, Андрей, что приехал. Ну, есть такая типа теория, Андрей ее как бы автор. Ну, я скажу так, я, наверное, собирательный образ. Да, собирательный образ, да. То есть информация. Теория инфополя, да? Да. Что есть такое некое инфополе, кто-то его называет Богом, кто-то Вселенной, кто-то чем-то как-то. У него есть какая-то задача? Какая-то высшая сущность. Слушай, вот что инфополе делает, да? Короче, коротко про инфополе. Напишите, короче, Андрею вопросы, и мы обязательно запишем с ним интервью. То есть, если вы реально захотите про это узнать, мы прям возьмем Андрюшу, короче, цапнем его, скажем, все, Андрей, подписчики хотят, расскажи нам про теорию инфополя, я отвечаю вам, то что я вот оттуда много интересного взял и понял, что ты человек реально очень крутой, и вот, ну... Дай бог, да. Дай бог, если, чтобы это кому-то если, помогло. Да, если короче, вам помогает. Интересно, я потом Андрею покажу, скажу, Андрей, надо рассказать. Помните, в одном из последних видео я показал это место, место, в которое мы проинвестировали, это стартап хаус, это Сергей. А я даже не в компанию, а в Сергея проинвестировал, потому что он мне показался очень интересным человеком, с хорошим таким интересным бэкграундом. А, ну так вот, ребята привели место в порядок, и даже сегодня здесь намечается какой-то Хэллоуин. Мы приехали в это место, чтобы поставить точку. Спасибо тебе, что досмотрел это видео до конца. Как и обещали, пиши комментарий, за лучший комментарий мы подарим книгу. И до встречи в Америке!